Здравствуйте, дамы и господа. Добрый день, леди и джентльмены. Приветствую всех вас, любителей футбола, студенческого футбола, кто в этот час присоединяется к нашей прямой трансляции. На ваших экранах два коллектива из прямиком из Национальной студенческой футбольной лиги. Под первым номером Данил Колесников, далее защитники Артем Карпович, Артур Ананов, Ленар Фатахов. Из-за яркого солнца переходит униформа казанцев, но на крупных планах видно, что она все-таки именно бордовая. Первый удар по воротам, как из пушки. Неплохой, неплохой. Посмотрите на этой комбинацией. Под правую подъем вложил все плотно. С легендарным уже статусом, но по нисходящим. Угловой удар. В перекладину мяч попадает от собственного футболиста. Ай-яй-яй. Смотрим. Хорошая подача, закручена, и выпрыгивает защитник. Ну и что вот это было? За лицевой мяч. Шестой угловой для Казани. Удар поворотом плотнейший, как из пушки. Вот он, этот пушечный удар, Вадим. Прекрасен. Просто прекрасен. В этом броске. Сейчас не согласен с главным рефери встречи. Это чистейший штрафной подкат был сзади. Удар выше ворот. Опаснейший момент. Стопроцентный момент. Не забивают. Забухтел я по-стариковски, да, так сказать, на тему помарочек в работе и тех, и других. С правой ноги, и справа, и слева. И вот каждый раз подачи высоковаты, на мой скромный вкус. Есть после них опасность. Да, какой сумбур, и взятие ворот не зафиксировано. Но, честно признаюсь, мне тяжело было увидеть, что там произошло. Почему-то как-то... Ой, какой контрвыпад. Ну-ка, забивать, Питер! Обменялись какими моментами, друзья мои, команды. Здесь посмотрите, как не забили. Бах! И в линию. Повезло откровенно. Позиция у него была, конечно, супер. На опережение это карточку надо давать. Ну, хватит уже. Вот тут я полностью поддерживаю главного арбитра. Посмотрите, ну здесь чистый, чистый горчичник. На поражение, что называется. В коем разрезе не советую. Наставнику команду, он без меня разберется. Просто так размышляю, да? Оп, опять здорово было. Опять здорово было, и вот сейчас уже не упущен момент. Подачка, отскок сыграно неудачно. И кивочком головы в упор в дальний угол. Будет сначала нарезочка хайлайтов, самых красивых моментов сегодняшней встречи. А их было достаточно, несмотря на скромный счет. По крайней мере, пока он именно таковым является. Это фол, это карточка, это фол, это карточка без сомнения. И сейчас абсолютно неправ казанский футболист. Ведет себя, не постесняюсь этого слова, отвратительно. Вот, посмотрите. О, и на себя и тянет, и откровенно, и потом еще и недоволен возмущением соперника. Ну, а чего же ты ждешь? Разъяснительная беседа и заслуженная желтая карточка. Браво, рефери. Ну и не торопятся никуда казанцы, все понятно. Они слышали объявление по стадиону, так же, как и мы. Они видели табличку в руках резервного рефа. Они понимают, что пошла концовка. Прошивают, прошивают. Вот это то, что нужно делать, да. Забегание, короткая стеночка и в касание с левой, в ближний, в упор со штыка. Здорово реализует этот момент третий номер казанцев. Делая счет 2-0, Аль Тешкин весь матч был заметен более чем хорошо. 2-0 побеждает, побеждает уверенно, забирая эту встречу себе. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Да, сегодня они были сильнее.